Доброго времени суток! Если вы меняли тарифный план более 30 дней назад, то его новая замена обойдется вам бесплатно. Но в том случае, если вы меняли тариф совсем недавно и он вам не подошел, повторная смена тарифного плана в течение 30 дней с момента предыдущей смены обойдется вам на текущий момент в 100-150 рублей. Например, для тарифа «Все мое 2» с абонентской платой 100 рублей, а для тарифа «0 сомнений» без абонентской платы 150 рублей. С 1 ноября 2018 года цены изменятся. Теперь вместо 100 или 150 рублей придется отдавать 200. С одной стороны, нет особого смысла часто менять тарифные планы. С другой стороны, повышение стоимости каких-либо услуг – это всегда неприятно. Смена тарифного плана спустя 30 дней после прошлой смены останется бесплатной. 200 рублей – сумма не очень большая, но отдавать деньги за автоматическую замену условий обслуживания не хочется. Поэтому советую тщательно выбирать тарифный план, чтобы через пару недель не передумать. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.